Сегодня вот с этих яблок, друзья, сморщенных, которые уже, как говорится, надо выкинуть курям, но я не выкину, я использую. Итак, мои хорошие, очищу кожу, кожуру, нарежу тоненькими дольками, посыплю сахаром и будем делать. Не знаю, они пирожки будут, пироги будут. Это рецепт моей мамы, друзья. Самый любимый всеми нами. Племянники все время об этом вспоминают. Бабулин рецепт. Так, друзья, здесь у меня сдобное тесто. Помните, я вам говорила, что я отправлю в морозилку? Вот я с вечера достала с пакета и положила в топерочек, в чашечку. Все, он уже начинает работать. Вот я с этого хоть одну сделаю, вот с этих яблок, а с другой буду делать улитку с орехами. Ну что, время, друзья, 4 часа утра. Сейчас покажу рассвет вам. Только рассвет, друзья, 4 часа утра. Как поют. Тут поставила, друзья, варить гречку. Сегодня у нас последний звонок. Вот, когда вернемся, что было, что пожамкать. Вот я разделила тесто, друзья. Это будет у нас улиточка. Накрываем ее, чтобы она не обветривалась и не сохла тесто. Ну вот, 360 грамм. Вот уже начищенную, нарезанную дольками яблоко. Или яблоки посыпаю сахаром, друзья. Вот я досыплю сейчас сюда 2 столовые ложки. Ну, вы и долго не надо держать, потому что вы знаете, что яблоко начнет темнеть, друзья. Вот так беру, друзья. И на одну половину выкладываю тонким слоем яблоки. Вот отсюда. Видите, уже темнеет. Это все надо быстренько делать. Вот так. И берем вот так захлёст или внахлёст. Вот так, мои хорошие. Формируем. Припыляем чуть-чуть, друзья, рабочая поверхность. Вот так. 360 грамм взвесила я. Вот так. И раскрываем тесто. По кругу. Кто хочет квадратный, делает, друзья. Разницы нет. Этот рецепт мы всегда спрашивали у мамы в те лихие 90-е. У нас и даже у всех, у каждой девушки была тетрадь, где записывали. Также, я думаю, что и у всех у вас было, друзья. Рецепты писали. Песенники записывали, цитаты, частушки. Все записывали. Вот видите, уже и сок пустил, яблоко пустило. Так. Ну, сок, конечно, желательно не выливать на тесто. Пожалуйста. Вот. Всегда маму спрашивали: «Ма, а где ты брала этот рецепт?» «Да, это рецепт, говорит, мне холодильник дает». Мы когда в день...
детьми были. Думаю, как холодильник может дать рецепт? Вот то, что вы не едите, говорит, из фруктов. И действительно, вот, дочь хотела яблоки отнести, кинуть курям. Я говорю, так, стоп, не выкидываем, я буду делать мамин рецепт. Вот тут чуть-чуть больше положила, ничего страшного. Пропечется все. Так, тесто не так толстое. Вот так вот. Мамин рецепт. Вот где пригодился. Так, немножко подгоняем с краев, чтобы можно было хорошо, друзья. Так, тут что ты летаешь? Я не пойму. Вот так. Середку подгоняем, чтобы было легко закрыть. Так, берем, друзья, и нахлёст. Вот так. Вот так, вот так вот. И придавливаем. Вот так. Пальчиком сперва. У кого пальчики, у кого пальчищи. Сейчас 7 часов. Мария пойдет на косички заплетать, друзья. У нас девочка тут в селе. Она очень хорошо заплетает. Парикмахер. Она в городе, правда, работает. Вот. А потом берем, друзья, и вилочкой вот так по краям придаем красоту. Сейчас я покажу поближе. Так. Вот так. Видно? Вот так, друзья. Вот так. И все. И выкладываем на форму. Вот так. Аккуратненько, друзья. Поднимаем вот так. И кладем на форму. Все, выкладываем. Ну, вот так выкладываем, друзья. Сейчас мажем яйцом и отправим в духовку на 180 градусов на 30 минут. Итак, друзья, смазанные пироги прокалываем чуток вот так, чтобы выпарился пар. Это, ну, лишняя жидкость. Вы сами знаете, что, чтобы оно не лопнуло. Вот так. Все, мои хорошие, с Богом. Все, отправились запекаться пироги. Теперь делаем, друзья, улитку. Вот это тесто. Раскрываем тонкий пласт. И дальше покажу. У меня на канале приготовление сдобного теста пошагово. Есть рецепт там, друзья. Посмотрите, пробуйте готовить. Ну вот, друзья, вот такой пласт открываем толщиной. Ну вот так вот. Сильно тонкую тоже не делайте. Там. Вот так. Тонкую, чтобы оно не порвалось, когда будем закручивать. Пока мы раскатывали тесто, там у нас печется уже, посмотрим, оно уже прошло минут 15. Так, так, уже почти полуготовые. Раскрытый пласт, так, равномерно смазываем. Вот так, маслечком. Вот так. Все, теперь берем, посыпаем сахаром, друзья. Вот так. И опять же, как вам нравится на сладость. Вот так.
Посыпаем его так. Сейчас. Вот так. Вала. Уже девочки делают. Так. Укручиваешь. Вот так. Так, оно было у вас, как говорится, под руками. И закручиваем. Вот так. Так. Вот так, друзья. Вот так. Берем нашу улиточку вот так у руки и кладем на бумагу. Все. Вот такая улиточка. Придавливаем чуток. Вот так. А то у нас получится такой пышный, а нам не нужна пышность. Нам наоборот нужна слойность, чтобы была и чтобы выпеклась. Аккуратненько, чтобы не лопнуло, желательно, конечно, чтобы не вытекло масло оттуда, чтобы вся влага сохранилась. Все, друзья, вот в таком состоянии мы сейчас смазываем желтком. Вот так. Вот так. И потом берешь, вот так берете, вот так поднимаете и ставите на противень. Но противень надо принести ближе. Вот такая выпечка сегодняшняя, друзья мои. Вот улиточка. Красавишна. Улитка. Вот она. Легко и просто, друзья мои. А вот эти, они прям мягенькие, такие прям прелесть. А тут хлебушек, друзья. Сегодня испекла хлеб свеженький. Вот такие две булочки. В общем, вот так все. Мы собираемся, друзья, и на линейку. Потом придем и будем вместе Сегодня нам немного грустно от того, что мы уходим из стен школы, но все когда-то заканчивается. Мы выросли и должны идти дальше. И каждый из нас верит, что с нами всегда будет ласковый взгляд мамы. Очень серьезно. Ну вот, друзья, как-то вот так вот пришли мы с линейки. Мария расстроенная, там наплакали в школе, дома не в настроении, все, говорит. Все, говорит, больше, говорит, я в школу не пойду, говорит, за свою парту, говорит, больше не сяду. Дитё расстроено. Я взяла, нацепила тоже бантики, как бы поднять настроение. В общем, вот так, мои хорошие. Там кусочек чуть-чуть ставлю я линейки нашей. Ну, на этом хочу попрощаться с вами, друзья. У нас уже первый экзамен будет. Русский. Пожелайте нам удачи, мои хорошие. Пишите комментарии,
подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока.